Ну что, решил подарить пистолетик с пистончиками? Как в советское время, помню, были такие пистончики. Конечно, они были не такими. Это была лента. Револьвер. Хлопал так. Ничего себе. Посмотрим, на что способен этот испанец. 12-зарядный. Пистончики. Вот такая вот игрушка. Возможно, это правда Испания. А возможно, нет. Но выглядит добротно. Так. Ну ладно. Нечего тянуть Зину. Посмотрим. Пистолетик. Ха! Всем стоять. Так, это мы пока убираем в стороночку. Ничего так. Но в советском пистолетике, значит, барабан вращать нельзя было. Здесь он тоже не вращается. В советском пистолетике откидывалась такая дверца, закладывалась лента пистон и производились выстрелы. Так, значит, made in Spain, Испания, короче. Fabric and Espachi какой-то. Во. Ладно, смотрим. Так, как у нас открывается барабан. О! Ёлки-палки. Барабанчик. Текс. Ну, здесь вот есть такая вот технологическая прорезь. Видимо, это вот для этого механизма. Чтобы можно было вот так вот раз. Хоп. Так, ладно. Не будем тянуть Зину. Берем пистончик. Такой пистончик стоит, ну, в общем-то, дешево относительно. Текс. Теперь главное его равномерно заправить в этот барабан. Что ребенок это сделать вряд ли сможет. А не, смотри-ка, смотри-ка, быстро получилось заправить. Вроде ничего не торчит. Клинт Иствуд обзавидовался бы. Так, защелкиваю барабанчик. Ну, лучше, наверное, вот так делать. Оп, 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 оп. А, не, смотри, как крутится. Ну, крутится после установки пистон. Странно. Ну, ладно, поехали. Звук. Так, а если свет выключить немножечко? Нет, вспышки нет. Ну, для ребенка, я думаю, звук ничего себе. Но по взрослым впечатлениям, мне кажется, советские пистоны в ленте были гораздо звонче. Там такой был хыдыщ, а здесь пук. Ну ладно, я, конечно, придираюсь, но я думаю, ребенку понравится такая игрушка. Довольно-таки легкий спуск. Присутствует дымок, характерный запах. Все. Ну че?
Я думаю, дети фистончиками наиграются и будут просто вот так вот фигачить во дворе. Ходишь, ходишь, ходишь. Убит! Нет, ты убит! Ходишь! Сейчас будем вот этих вот двух пилярков оживать. Оживлять. Ну, у меня с русским все хуёво, бля. Сейчас мы их, бля, вот так вот. Бля, к стенке его так. Блин, на, сука, сука. Так. В общем, звук, конечно, никакой. И этому есть причины. Литье здесь со стороны пистона забито. Далее, выхода звука нет. Мы сейчас вот этими волшебными предметами сделаем некие технологические отверстия. Все, что хочешь сделать, лучше сделай сам. Народная русская пословица. Примерно прикидываем. Не обязательно тут попадать. Ага. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Стопы. Угу. И вот таким образом по кругу. Сейчас я это все проделаю и посмотрим на результат. Так, вот такие саунд отверстия проделаны с этой стороны. И теперь удаляем кривую отливку вокруг пистона. Ну и, конечно же, удаляем вот эту вот хреньку. Ну это как-то так. Как-то пацанчик по двору будет бегать с красной заглушкой в стволе. Зинкернем чутка. Реалистично будет блестеть. А? Ща производственные испытания. Так, ну че, пацанчики? Значит, доработка детского пистолетика в нормальный пистолетик. Ставим пистончики. Сейчас зазырим ее. Так. Все, пистончики установлены. На! Звук. О! О! Надо подальше, а то камера звук будет убавлять. Ого! Чё, бля? Ты чё, сука? Минутку. Ты чё, сука? Работай, бля! О, ё, бля. Отлично. О! 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 О!